Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в SpinArtality. Посмотрим, что у нас тут есть. Автоматизация почти везде хорошо. Новые работники, новая реклама. Кто-то отвалился и потерял какой-то проект. Понятно. Изменились законы против Генистима. И у нас еще задание от совета директоров висит 3 хода, чтобы исправить законы здесь. А у нас нет денег им подкинуть. Лады, значит, сейчас мы им... Так, давайте вот здесь снимем. Чтобы больше получить денег. Кстати, из-за проектов нас не очень любят, из-за наших. Но что же делать? Ладно, вот этот закончим. Давайте, ладно, вот этот не будем трогать. Фиг с ним, пусть висит. Заберем отсюда всех. А, правой же кнопкой можно что ли какой-то. Переставим их вот сюда, допустим. И еще начнем космос исследовать. А вот в эти проекты сомнительные не полезем пока что. Так, не все работники. А, да, еще действительно не все работники пристроены оказались. Ой, много как-то. Хотя... Нормально. Погнали. Так, деньги подвалили. Общественное мнение выросло. Ну как выросло? Минус 1,5 это итоговое осталось. Положительное. Давайте с вот этими разберемся. 34%. Я особо не могу им подкинуть денег. 44. Все, кончились деньги. Не могу больше зарядить в них бабла. Но может 44% хватит. Автоматизация работает. Проект завис. Давайте уволим вот этих всех вечно недовольных. У нас и без них людей хватает. Так, а у них здесь недовольство выросло еще конкретно, да, так? Так, сколько оно? До 75 должно дорасти. Ну ладно, до 75 подождем. Здесь все. Здесь. Здесь все, да, что можно было? 44%. Так, что там опять не так? Уровень хаоса вырос. Требуется больше полиции. Так как мы главный акционер, мы несем за это ответственность. Отправьте все, что необходимо. 14. Сделайте по минимуму. Так, сколько же нам отправить туда людей? По минимуму, да? 7. Фиг на них положить. Давайте отправим все необходимое. Что же делать? Раз мы несем за них ответственность, как важнейший акционер, крупнейший. Мне главное, чтобы сейчас здесь закон изменился. И он изменился, да? Судя по тому, что одобрение совета директоров выросло. Да, задача выполнена. Все, вот она выполнена, отлично. Так, Аделаида собирается ласты склеить. Нет, не спеши. Новая задача. Откройте новую агенду. Да я бы рад бы. А я, в принципе, могу сейчас. Им без разницы, какую? Им без разницы. Ну, отлично, я буду открывать... Так, мне писали там в комментариях, общественное мнение можно поднимать с помощью бабла. Вот здесь вот, да. В благотворительности. Вот я благотворительность и открою. Теперь посмотрим на наш уровень общественного мнения, который уже 0,2. Из-за проектов, которыми мы занимаемся. И теперь можно будет
Да, 25 лямов, например, бух. 3,2% на следующий ход вырастет, правильно? Суммарно плюс 1,3. Ну и все. Теперь можно жить не тужить. Так, законы поменялись. Ладно. Наш враг Неолон продвигается, да, и улучшает свое общественное мнение. 6 класс коннекшенов у нас нету. Ну, что ж, мы ничего с этим не поделаем. Так, мы должны позаботиться о Неолоне. У них 10% силы. Порезать акции. Так, нет. За 52 ляма его опустить. За 30% дохода. Терять 2 класс коннекшена. Запустить кибератаку. Давайте кибератаку на его сервера запустим, да и все. По дешману отделаемся. Так, законы, законы. Все хорошо. Вот этих разгоним. А, я уже их разогнал, точно, все. Так, 74%. Ну все, давайте теперь поднимем зарплату, чтобы в ноль. А то сейчас будет 75, начнутся проблемы. Пойдемте в исследование. В исследованиях у нас особо нечего делать. Потому что все креативные, занятые мужики. Ну давайте вот этот закончим проект, а остальных будем в космос отправлять. Так, даже там снимем отсюда еще. Может быть, нас будут любить, если мы будем заниматься космической программой. А, вот, кстати, вижу 3 креативных. Вот сюда я их сейчас закину. Есть. А, ну и тут нам тоже нужно креативных тоже переставлять своих. Ну, может быть, снимем кого-нибудь с автоматизацией. Мне говорили, что не надо их там много-то держать. Автоматизация. Тут 200%. Да. А тут 0 почему-то. Ладно, я ставлю столько, я не знаю. И тут 0, тоже не знаю. Видимо, нечего внедрять. Потому что ничего не исследовали. Так. Особо не поснимать их на самом деле. Все отваливается сразу. Я хочу, чтобы они в следующий ход сделали, чтобы прибыль быстрее росла. А если я их сейчас позабираю отсюда? Ага, вот здесь. По 2 человечка только. Особо не поснимаешь много. Вот, тут нормально. Все, сейчас этих тоже докинем тогда на исследование. 6, все, все готовы. Погнали. Одобрение совета директоров упало. А почему, интересно? Из-за плохого пиара. Так, у нас плохой пиар. Ох ты, а почему у нас пиар упал аж на 8%? Так, этот туториал научит со связями с общественностью разбираться. А, ну, так это я уже делал. Вы можете использовать всякие штуки, чтобы ваша компания выглядела более человечной. Тратьте деньги на пиар, чтобы увеличить общественное мнение. Так, это варианты всякие, да? Каждый пиарчик стоит денег и времени. Чем они дороже, тем они эффективнее, все понятно. Нажмите вот сюда, ладно. Так. Если только НГО открыть, неправительственные организации, тогда вот эти два появятся. Понятно. Менять политический ландшафт. Короче, вот эти где-то из агенды, и вот они добавляют стабильности и конкретно так рост общественного мнения.
Это, конечно, не ответило на мой вопрос, почему у меня на 10% оно провалилось так конкретно. Давайте в письма посмотрим, может быть, нет. Автоматизация, креативность, новая задача. Пересадить Аделаиду, пересадим сейчас. Законы усилились, наверное, из-за законов, да? Как дела, мазафакер? Я хакер, поэтому у меня есть твой адрес. Как я знаю, поэтому я знаю, как с тобой связаться. Я бы не стал бы обычно связываться с такими узколобыми свиньями, как ты, но у меня есть звонки. А, я получаю звонки, кучу звонков, куча людей тебя ненавидят, они хотят с тобой поговорить, я могу прислать тебе какую-нибудь фигню. Так, киберы, идите разберитесь с этим хакером поганым. Все рабочие у нас при делах, да? Значит, можно... Так, клон еще три хода. Давай, держись, Аделаида. В принципе, успеваем. Едем дальше. А вот эта вот штука, что висит-то все еще? А, можно подвинуть, да, что-то куда-то. А, эти двигают. Автоматы наши двигают, понятно. Они сами двигают. Так, автоматизация. 5-5, 3-3. Нормально. Законы, исследования. Мы верим, что стратег Шоп должен улучшать критическую стабильность. И учредить награду «Восходящие звезды». Ну давайте, конечно, в бизнесе, те самые предприниматели, скажите, давайте, конечно, за 5 лямов общественное мнение. Ой, а уже оно, смотрите, минусовое. А, из-за проектов. А, минус 2 вход, вон как. А у нас здесь падает из-за того, что там плохо. Понятно. Так. Ну давайте. Ты бишь. 50 лямов вложим. Так, работники какие-то остались безработные. Давайте исследовать космос. Потому что не хочу я вот эти трогать проекты, из-за которых меня не любят. У меня и так еще не все внедрено. Мои автоматы могут еще повнедрять кое-что где-то. 190 лямов прибыли. Нормально. Так, эффективность. Вернем на место. Плюс 1,2. Через ход у нас станет положительной эта штука. Теряем мы где-то в Африке. Или, подождите, в Африке, в Америке. В Африке, в Северной Африке. Влияние теряем свое. Вернули. Законы. Так, здесь все хорошо. Тут нормально. Это Аиша from из этого самого лица завтрашнего дня. Награды молодых предпринимателей. Возможно, вы не помните меня, но я была бизнес-леди, которая создала фабрики для менструальных продуктов в бедных районах. И отвечая на ваш вопрос, да, это большая проблема в некоторых местах. В любом случае, я только начала, что ли. Вы выглядите действительно милым как человек, и я думаю... А, я не думаю, что все эти вещи, которые они про вас говорят, это правда. Заблочьте ее нафиг, да? Так, Аиша может контакт написать вам в любое время. Ну, пускай пишет, господи. Один класс connection это дорогого стоит, поэтому пусть будет пригодиться. Освободились работнички. Органические костюмы. Давайте на органические костюмы их накинем.
Предсказатели смерти давайте снимем, а вот сюда добьем. Все, вот 101%. Как раз следующий ход получим наверняка все, что надо. Клончик, ты как там живешь-то? Один ход еще. Так, мы запустили на орбиту своих астронавтов. Круто. Потеряли медиавлияние опять. Изменение налогов в России. Автоматизация хорошо отработала. Закончено исследование. Зичао, freemail.com. Старому другу. Out of the blue. Не знаю, как перевести out of the blue. В общем, старому другу откуда-то. Привет, я Джим. Ты, возможно, не помнишь меня, но мы вместе ходили в школу. Я была девочкой, которая была все время... Которая что-то там где-то сбоку все время была и не могла даже маленький разговор завести. Как-то так. Хорошо, что эти дни остались далеко позади. Я счастлива была увидеть твое имя в статье. Сегодня у меня нет идей даже, как ты управляешь такой гигантской компанией сейчас. Это так чудесно. Мы всегда знали, что ты далеко пойдешь. Я в городе на следующей неделе, на несколько дней. Хочешь прибухнуть со мной? Вообще, я работаю в информатике сейчас и можем помочь друг другу. Ну, давай, давай. Киберконнекшн в плюс. Вот она, популярность. Сразу какие-то девицы пишут незнакомые. Одна за другой. Так, а совет директоров нам что сказал делать? А, Аделаиду зачучелить. Ну, давайте зачучелим Аделаиду. И есть. Плюс 15% одобрения. Больше 102 не бывает. Ну, ладно, следующий ход, видимо. Так, общественное мнение вышло в плюс у нас. Хотя все равно минус 2,4. 200 лямов вход, давайте. Спонсорство. Сюда еще ввалимся на сотку. Работники из космической программы вывалились, да, у нас? Эти органические костюмы, чтобы это не значило. Доисследуем. Здесь доисследуем рекламные подходы. Есть. И у нас еще три лишних даже, да, мужика осталось. Ну, давайте вон сюда трех лишних мужиков. 3-10 лишних мужиков. Все. Погнали дальше. Так, а как, кого я не распределил? А, смотри, там много вообще-то еще не распределил. А как я так посмотрел, что вроде все заняты? А, вот же. Все, вот теперь все заняты, точно. Погнали. Плюс 185. Так, есть одобрение совета директоров. Прилетело, но больше 102 она не бывает. Либеральная партия в Южной Африке. Могущественная сила стабильной нации. Добейтесь от нее 7 услуг политических. Так, либеральная Южная Африка. Южная Африка, политика, либеральная партия. Давайте 7. Да, давайте 10 сделаем. Так, подождите, давайте-ка автоматизацию запретим, чтобы они тут не начали сейчас творить законы, а то потратят все очки мои. Задача завершена, креативность. Новая задача есть, законы улучшились. Так, Жичал опять пишет. Привет, я чудесно провела время прошлой ночью. Отвечая на твой вопрос, я была немного слишком пьяна, чтобы ответить,
чем я занимаюсь, да? Я один из консультантов, которые помогают планировать фиброоптическую инфраструктуру для интернет-компаний и делать так, чтобы вся сеть работала отлично. Но более важная вещь, какая часть тусовки понравилась тебе прошлой ночью? Караоке. Мы пели песенки Диснея, а вы надеетесь, что вы не пели песенки Диснея. Так, когда ты, пьяная, пыталась показать магический фокус. Так, когда ты решила шоплифт украсть, что ли, что-то маленькое. Что это было, вы не можете вспомнить. Как прятались от копов под мостом. Когда ты решила научить меня дзюдо в 2 часа ночи. Потираете свои синяки. На крыше апартаментов смотрели на восход. Я вообще не помню, что произошло прошлой ночью. Давайте про восход напишем. Любовная линия в стратегии в экономической. Удивительно. Работники все на местах, да, все работают хорошо. В Африке очки наши не потратились еще. Все, да, погнали. Есть. Там получили мы одобрение, да? Мы должны инвестировать в наше будущее. Еще одну агенду надо открыть. Сейчас откроем. Так. Позвольте, вот, увеличенные, так, вход, расходы, вход 3 миллиона, но добавят в этом самом, в благотворительности, новые штуки. Даст 2 зеленых очка, так что я согласен на это. Теперь можно делать вообще все, да? Крайняк, чтобы сразу поднять общественное мнение. Поэтому теперь можно будет опять заниматься всеми проектами. Никто не будет ничего говорить против. Есть, это задание выполнили. Правительство Океании хочет инвестировать в свою национальную инфраструктуру. Это увеличит стабильность. Давайте им поможем. 75 лямов. Да давайте 75 лямов. Че? Фигня вопрос. Так, Стратег Шоп открывает некоммерческую организацию, да? Хотя, наверное, НГО это, наверное, non-government, неправительственное. Так, ну и поиск работы, это касается наших исследований. Которые закончились. Что мы можем еще? Да мы дофига можем всего еще, да, исследовать. Теперь-то общественное мнение на нашей стороне, хотя не очень, плюс 2% на самом деле всего. А, ладно, давайте космос. Закроем космос тогда. Наверное. Ой, не сюда, вот сюда. Пока у нас тут еще закрываются какие-то вещи, у нас еще деньги в плюс идут. Так что погнали. Хотя уже не в такой плюс идут, как могли быть. Новая задача. Увеличить до 155 работников. Хотя по четверке что-то внедряется. Так, 155 работников. А сколько у нас сейчас-то? Сейчас у нас 150. Давайте креативных возьмем. Будет 155. Быстрее, потому что сейчас пойдем в новые проекты. Скоро. И как раз нам это все поможет делать их быстрее. У нас вот этот почти законченный, да? Ладно, креативных пока сюда кинем, не занятых. Пусть потихонечку коптят. Ой. Космическая программа. Выберите, как мы будем готовить наших космонавтов.
Используйте наши контакты, чтобы найти военных пилотов. Потеря 5 военных коннектов. Но психологически они будут дисциплинированы. Используйте, тренируйте наших собственных. Потеря 5 класс коннекшенов 100 миллионов, но счастье вырастет у наших работников. У них и так 100% счастья, обойдутся. Возьмите добровольцев из публики, психологически неустойчивых, непредсказуемых. Отправьте миллионеров. То же самое. Исследование на 10% эффективнее, но тоже непредсказуемое. Давайте военных возьмем, чтобы все было предсказуемо. Так, ну что тут? Автоматы наши не двигают законы никуда. Можно же законы подвигать. А, это наоборот, они двигают. Просто медленно. Ясно, понятно. О, смотрите, что пожар какой-то. Что случилось? Что-то происходит. Так, автоматизация наша нормально работает. Законы. Проект встал. Стратег-шоп размещает спутник. Отлично. Ага, Средний Восток, значит, в хаосе. Теперь наши шансы... так. Собрать вот это растение. Малы. Ключевой ингредиент для генистима. Собрать. Потеря общественного мнения вернется к 100%. Мы не можем послать его. Да давайте не будем, потому что я не думаю, что генистим прям такой уж у нас прибыльный самый. Хотя, как знать, как знать. Где он вообще есть? Он просто из старых, поэтому я думаю, что он уже... Ну да, 14 лямов, как бы, ладно. А общественное мнение меня больше тревожит с тех пор, как я увидел, что вот здесь от него убытки. Так, работники. Автокорпорации. Давайте автокорпорации делать. Так, а что с прибылью все совсем стало плохо? А вы что там творите, да? Отправить военных, чтобы основать демократию. Получите 100% влияния на новое государство, на новую правящую партию. Так, однопартийную систему. Или создать корпорацию. Она уже была там, корпорация. Понятно, мы не только, мы совсем весь доход потеряли с этой страны, поэтому деньги просели так. В 1968 году первый полет на Луну был показан по ТВ, и астронавты Аполлона 8 читали книгу «Генезис». Что наши должны астронавты читать, чтобы мир увидел? Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи», Троцкий, «Литература и революция», «Акт патриотизма», «Дух закона», Лао Цзы, Генри Форд, «Сегодня и завтра». Интернет-маркетинг для чайников. Оскар Уайлд. А, смотрите, все, вон написано, на что это будет влиять. Индивидуализм, коллективизм, безопасность, свобода, дух, богатство. Так, честно, это самое... В общем, один из всех. Я не знаю, на какую у нас больше потребность. Давайте «Атлант расправил плечи». Я читал. И они пусть читают. Так. Все. Туда прилетели. Ой, опять не все работнички.
Давайте всех в автокорпорации. Долго этот Ближний Восток-то будет еще воевать? А, вот три уже вместо четырех. Значит, не очень долго. Но у нас уже деньги в минус улетели. Я журналист, работающий на Daily Crunch. Может быть, вы знаете мои работы. Так, может быть, может не быть. Так, хочу сделать интервью с богатыми и знаменитыми. Звучит интересно, приходите в офис. Рандомно вырастет общественное мнение на 10 или упадет на 5. Так, здесь вырастет на 20 или упадет на 10. Давайте рискнем. Плюс 10, в смысле плюс 20, либо минус 10. Мы потеряли 10. Ах ты, курва, с котелком. Итого минус 2,8. Из-за проектов уже минус пятак. Но у нас есть вот эта штука. Хотя у нас убыточное, да, все дело наше. Ну ничего, ладно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой стратегии и других в том числе. Спасибо за просмотр и пока!